Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 7 марта, день Афанасия Маврикия. День назван в честь преподобного Афанасия Исповедника. В своих иноческих подвигах он достиг больших высот. За почитание святых икон был подвергнут мучениям. Святой мученик Маврикия отказался поклониться ложным богам. Его привязали к дереву, обнажили и обмазали медом от головы до ног. Мухи, комары, оводы, осы, шершни немилосердно жалили его 10 дней. День Маврикия связывали с прилетом скворцов, а потом и ласточек. Верили, что первая ласточка приносит весну. С этого дня крестьяне начинали вывозить в поля навоз. Причем старались это делать, когда луна находится в последней четверти. Если сегодня полнолуние, то нельзя вывозить на поле навоз. Будет много сорняков. Сегодня традиционно готовили блюдо черную уху. Это был суп с мясом, которое варили в огуречном рассоле со съедобными кореньями. Приметы. На безоблачном небе сегодня видно ясно солнце к перемене погоды. Если рассвет светло-розовый или золотистый, погода будет прекрасной. Туманный, прохладный день к влажному лету. Кто первым в семье увидит прилет грачей, тот будет самым счастливым в этом году. Запел жаворонок, весна наступила. Если женщина сегодня увидела первую ласточку, пусть умоется молоком. Это сохранит молодость и красоту. Посадить капусту сегодня к богатому урожаю. Гусеницы не тронут капусту. Облака висят высоко, к дождю со снегом. Гладкий снег предвещает неурожайный год, а рыхлый – богатый урожай. Вторые лунные сутки. Интересно отметить действие лунных суток на человека. То, что ранее расширяла приливная волна, идет на спад, на сжатие. И в сознании человека это проявляется эмоциями жадности, привязанности к вещам. А если это не удовлетворяется, то появляется раздражение и злость. Противоядием против действия Луны служит обратная щедрость. Что касается питания, то сегодня можно отбирать продукты, которые будете использовать в течение всего лунного цикла. Ведь вкус продукта – это энергетика. И если ее не хватает, то нам больше всего хочется продуктов с определенным вкусом. Этот день подходит для очищения лобных и гайморовых пазух. И вообще, в этот день следует что-то начинать.